Всем привет, дорогие друзья! Я снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. И если я хотел бы удивить родных и близких, я бы приготовил именно этот рецепт. Сегодня готовим шашлык. Шашлык из рыбы. Начинаем готовить. Поехали! Сегодня готовим шашлык из рыбы, именно из скумбрии. Она самая ароматная, самая вкусная и, конечно же, бюджетная. Если есть лишних пару денег, конечно, можно приобрести красную рыбку. С красной рыбки получается также изумительно. Рыбку скумбрию я уже разделал на филе. Сейчас займемся именно маринадом. Это у меня паприка копченая. Если вы не найдете паприку копченую, берите просто сладкую. Чайная ложка паприки, чайная ложка без горки имбирь сухой. Также понадобится цедра лимона. Через мелкую терку отправляем в миску. Немного. Также добавляем соль. Черный перец по вкусу, свежемолотый. Также добавлю немного зелени. Беру петрушку и просто мелко-мелко измельчаем. И добавляю подсолнечное масло. Пару столовых ложек. Хорошенечко все перемешиваем. Суховато, значит, добавим еще немного подсолнечного масла. И на каждую рыбку по чайной ложке нашего маринада. Шкурочкой вниз я установил нашу рыбку. Нам нужно замариновать с внутренней части рыбы. Распределяем маринад по всей плоскости рыбки. Можно оставить на 5-10 минут, чтобы рыбка пропиталась всеми вкусами, ароматами. Очень вкусно пахнет. Имбирь дает о себе знать. Такая вот красота получается у нас. Вовнутрь хочу поставить сыр. Берем любой ваш любимый и нарезаем на бруски. Кладем рыбку в начало нашей филе и начинаем скручивать. Теперь с помощью спажки протыкаем рыбку. Вот таким вот образом у нас получается рыбка с начинкой сыра. Твердых сортов здесь сыр не нужен. Берем подходящую форму и отправляем вот таким вот образом. Так вот рыбка у нас будет запекаться в духовке. Друзья, теперь мы отправляем в духовку. Выпекать буду при температуре 200 градусов примерно 17-20 минут, в зависимости от вашей духовки. До готовности рыбы отправляем в духовку. Ну что, давайте разрежем, посмотрим, какая рыбка получилась внутри. Ах, бомба. Это просто бомба. Бомба, которая готовится легко и в домашних условиях. Знаете, чего не хватает? Сока лимона. Сбрызнуть сока лимона. Вкуснотень. Мне просто лень идти в холодильник взять лимон. Я попробую таким образом.
Это настолько вкусно, настолько ароматно и просто. Самое главное, просто в приготовлении, а выглядит бомбически. Готовьте вместе со мной. Готовилась такая рыбка ровно 20 минут. Ни больше, ни меньше. Скумбрия осталась очень сочная, очень вкусная, так что готовьте вместе со мной. Ко мне идет друг, прям по мне лезет. Привет! Ты уже пробовал рыбку? А? Сейчас попробуешь. Друзья, кто не подписался еще на мой канал, подписываемся. И, конечно же, делимся этим рецептом с друзьями. Всем пока. Да, друг, от меня пахнет рыбкой, правда? Идем покушаем рыбку. Также, друзья, подписывайтесь на мой второй канал, который называется Шустрый Микс. Ссылочку оставлю в описании. На втором канале мы готовим очень вкусные, ароматные соусы. Обязательно к приготовлению. Пока.